Летчик-штурмовик. С годами установилось одно из основных правил моей службы – всегда все проверять первым и на себе. Гениальный тактик и новатор. На тот момент я скажу, что, видимо, он был из самых интеллектуальных и подготовленных генералов. Кавалер семи орденов. Командиры всегда присваивают какие-то прозвища. Он был Иван Грозный. Маршал авиации Иван Пстыга. Главное, чтобы враг знал о твоем могуществе и даже не решался напасть. Этому Иван Пстыга и посвятил свою жизнь. Легенды армии с Александром Маршалом. Во вторник в 19:40.